Привет, я твоя мама, и я думаю, что ты мальчик. Я все-таки думаю, что будет девочка. Почему-то мне так кажется. Мальчик? Ну вот, наши мнения разделились. Я думаю, что будет девочка. Я с тобой солидарен. Я думаю, что будет мальчик, поэтому приклеила усики за мальчика. Я думаю, что будет мальчик. Я думаю, что будет девочка. Короче, мы в прошлый раз угадали, да. Ставили на девочку, а сегодня у нас... О, боже, какой мужчина! Девочка. Да? Девочка. Девочка, думаешь? Ну, посмотрим, кто угадает. Мужик, бодибилдер. Я думаю, что будет мальчик. Обязательно. Искренне верю в это. Я думаю, что будет мальчик. Ну, я думаю, пацан будет. А так не важно, пускай кто будет. И радости. Я думаю, то, что будет девочка, потому что я уже привык, и мне кажется, это будет очень круто, то, что они будут играть. Я думаю, что будет мальчик, потому что уже была девочка. Мы с моей девочкой всегда сходимся в мнениях, и здесь тоже мы знаем на 100% один вариант. Это будет мальчик. Девочка. Я думаю, что будет девочка. Итак, прямо сейчас мы узнаем пол нашего третьего ребеночка. Я очень волнуюсь. Выбрала, кстати, самый неординарный способ, самый невероятный. Такого на секундочку еще ни у кого не было. Вы знаете, что я умею удивлять. Итак, на счет три мы увидим цвет начинки пола нашего ребеночка. Все, меньше слов больше делать. Раз, два, три! Где-то оттуда я тут подшутила. Я не мальчик, я девочка.